Есть три варианта содержания кроликов – в помещении, на улице и в формате мини-фермы под открытым небом. Рассмотрим первый. Очевидный плюс теплой постройки – кролики дают потомство весь год, да и самому кролиководу в помещении работать комфортнее. Из минусов содержания можно отметить то, что в помещении требуется поддерживать определенную температуру, чтобы не было скачков. На улице под навесом, такой достаточно неплохой вариант. При содержании кроликов в уличных клетках кролики более здоровые, у них вырабатывается определенный иммунитет, но если это просто навес, то, соответственно, там будет разгуливать ветер, и кроликов также может просквозить. Если кролики содержатся на улице, сразу же возникает проблема с поением зимой. Другой вариант – мини-ферма. Ее располагают на открытом пространстве, так, чтобы кролики жили в условиях, максимально приближенных к естественным. Очевидный плюс – это эстетический. То есть за кроликами приятно наблюдать. И даже если кто-то приходит в гости, можно даже в какой-то мере похвастаться, что у вас на участке есть такой мини-зоопарк. Из минусов мини-фермы: в просторном вольере поймать кролика непросто, придется приложить немало усилий. А зимой ферму нужно переносить в теплое помещение. Оптимальный вариант – летом содержать кроликов на улице под навесом, а зимой переносить клетки в теплое помещение.